Здравствуйте, Валентина Васильевна. Поздравляем, Валентина Васильевна, с самым главным праздником нашей страны, с Днем Победы. Спасибо. С праздником вас. Спасибо большое. В преддверии Дня Победы глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и пушкинский городской прокурор Андрей Чижов поздравили ветерана. Валентина Крыжова – пример стойкости и мужества, свидетельница блокады Ленинграда. Во время нее работала в штабе местной ПВО. В апреле 42-го была эвакуирована в Томск, где работала в военной академии связи имени Буденного. После окончания войны вместе с мужем жила в различных гарнизонах. С 1973 года живет в городе Пушкино, имеет 3 детей, 2 дочери и сын. Награждена медалью за оборону Ленинграда. Спасибо вам большое, мы вам очень благодарны. Мы поздравляем вас с праздником, с Днем Великой Победы. Спасибо. Желаем вам крепкого здоровья, желаем вам хорошего, позитивного настроения и всего самого-самого хорошего. За чашкой чая Валентина Васильевна рассказала о своей жизни. Сейчас все хорошо, покой и забота, как со стороны семьи, так и государства. Ну, вам спасибо. Спасибо вам, спасибо. Я не знаю, но как-то всколыхнулась у нас жизнь в городе Пушкино. Мне это Люсенька, дочка, докладывает. И какой парк переделали, и площадь, и все восстанавливается, что рушится. Это очень трудный путь. Его очень быстро не сделаешь, но то, что вы делаете, дай Бог вам здоровья. Ветерану вручили подарки от губернатора области, от главы округа Пушкинский. Именная открытка, плед, гжелевая ваза для тепла и уюта. В июле Валентине Васильевне должно исполниться 100 лет. И этот праздник она обязана встретить как очередной день победы. Победы над возрастом. Анастасия Спирина, Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.